Спасатели Брестской области, уже традиционно в стенах Брестской крепости герой, присягнули на верность Отечеству и профессиональному долгу. Клянусь свято соблюдать Конституцию и законодательство Республики Беларусь, выполнять уставы и приказы начальников, высоко нести честь и достоинство работников органов подразделений по чрезвычайным ситуациям, защищать жизнь и здоровье людей, территории Республики Беларусь от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Обязуюсь быть мужественным, честным и самоотверженным. Ряды МЧС пополнили 45 новобранцев. Для каждого из них это честь, долг и признание. Стоять на страже безопасности людей и в любой момент, рискуя своей жизнью, прийти на помощь. Это моя уже вторая присяга. Первая была в армии. А к этой профессии меня тянуло, с самого детства. Даже начиная то, что спасти кошку, и пошло перейти дорогу, помочь пожилым людям. Вот. А подрос, отслужив, и сразу понял то, что пойду работать в МЧС. Сегодня в Брестской области сохраняется контроль над обеспечением пожарной безопасности. Гибель людей на пожарах сократилась благодаря тому, что сотрудники МЧС ежесуточно выполняют свой служебный долг. Сейчас ведутся работы по повышению технической оснащенности спасателей Брестской области. Сегодня в Брестской области порядка 10% снижения погибших на пожарах. 44 человека спасены, в том числе непосредственно на пожарах и загораниях 18 человек. Оказана помощь населению при ДТП. Это все спасенные жизни, спасенное имущество, спасенное, в общем-то, добро нашей страны. Мы сегодня отмечаем достаточно высокое оснащение наших подразделений. Тем не менее, определенные будут сделаны наработки по повышению технической оснащенности и, естественно, по подготовке наших спасателей. За нынешний год спасатели Брестского региона буквально вынесли из огня 18 человек. Задачи перед новым пополнением, как и во все времена, остаются прежними – спасти и сохранить как можно больше жизней.